Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua, меня зовут Александр. Сейчас запишу для вас такой обзор короткий. Он в первую очередь предназначается для наших клиентов, именно для тех людей, которые будут покупать у нас эту модель. Перед вами модель под названием Land Rover A9. Это новая ревизия смартфона на базе процессора MTK6582. Есть некоторые отличия с предыдущей моделью на базе MTK6589, поэтому считаю нужным рассказать все особенности и отличительные какие-то моменты в этом смартфоне. Во-первых, несколько слов о предыстории. В тот момент, когда мы поняли, что эта модель популярна, когда мы начали заказывать этот смартфон, он выпускался на процессоре MTK6589. Я уже делал обзор именно на эту модель с характеристиками теми. Вы сможете посмотреть вот по ссылке, которая на экране. Также ходили слухи о том, что есть якобы какой-то Land Rover A9 Plus, у которого 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенных, и 8-ядерный MTK6592. Так вот, из того, что я понял, судя из информации по интернету, я такой, во-первых, смартфон в руках не держал с такими характеристиками, но то, что я видел в обзорах от многочисленных продавцов, я понял, что это были фейки. Никогда такой модели не было, и даже если Antutu показывал нам 8-ядерный процессор, на самом деле это был все тот же MTK6589. То есть китайцы в очередной раз делали все, что они хотят, и не жалели своих покупателей. Сейчас ситуация следующая. Сейчас 4-ядерную версию на базе MTK6589T ее сняли с производства. Не знаю почему. Выпустили вот эту вот модель. Она называется Land Rover A9 Plus непосредственно на базе MTK6582. Он несколько дешевле и несколько отличаются у него технические характеристики. Во-первых, коробка в поставке такая же, комплектация такая же. Давайте быстренько одним глазом посмотрите. Зарядка, гарнитура, USB кабель, OTG, есть отвертка и есть наклейка на заднюю панель Land Rover. Значит, внешняя модель полностью такая же. Все у нее то же самое, 4,3 дюйма дисплей, есть 4 сенсорных кнопки снизу, модель защищена, уровень защиты IP68. Единственное, что о чем следует вам сказать, это то, что в этом смартфоне сзади есть вот теперь вот такая надпись, здесь написано 5 мегапикселей. Производителем же заявлено, что здесь 8-мегапиксельная камера. На самом деле так оно и есть. Не знаю, почему корпуса делают с 5-мегапиксельными. Стеклышками этими в настройках камеры, я вам это чуть позже покажу, там все четко, там 8 мегапикселей в настройках. В Antutu смартфон набрал 19277, и смотрите, пишет, что это Land Rover A9 Plus непосредственно, именно то, что люди спрашивают. Во-первых, изменилась операционная система. Теперь в этом обновленном Land Rover здесь у нас 4.4 Android KitKat. Здесь изменился процессор MTK6582. Графический ускоритель у этого процессора Mali-400MP, он лучше, чем был у MTK6589, лучше в первую очередь для игр, то есть с современными игрушками, с 3D-играми эта модель будет справляться лучше. Далее, разрешение экрана 854 на 480. В этом случае с этой моделью экран здесь немножко будет послабее. В MTK6589 версии был 960 на 540. Камера 8 мегапикселей. Здесь 1 гигабайт оперативной памяти, и памяти здесь встроенной чуточку меньше, чем было, опять же, в том MTK6589. Здесь 8 гигабайт, там было 16. По всем остальным параметрам эти модели полностью идентичны. 8 мегапикселей основная камера, 2 мегапикселя фронтальная. Есть все необходимые датчики, есть гироскопы, датчики приближения, есть тот же NFC. То есть это все в этом смартфоне реализовано на том же уровне, как и было раньше. Прошивка 4.4, она имеет немножко в другой внешний вид. Подтверждением того, что здесь 4.4 Android, служит вот эта вот информация. По поводу камеры. Сейчас я вам продемонстрирую этот момент. Заходим мы в камеру.
И заходим мы сразу же в настройки. Смотрите, здесь есть 8 мегапикселей, и также я обращаю ваше внимание, что если вы приобретаете у нас смартфон, и вы стандарт изображения ставите на весь экран, то у вас автоматически в настройках разрешение, размер фото будет 6 мегапикселей. Это связано с тем, что картинка растянулась на весь экран, и размер фото получается 6-мегапиксельный. Но на самом деле, если поставить все стандартно 4:3, картинка сузилась, ну и размер фото увеличился до 8 мегапикселей. Видео, запись идет все в том же формате Full HD качества. Все вот эти вот составляющие, фонарики, громкость динамиков, как я говорил в основном обзоре на Land Rover 9, это все то же самое, это полностью та же модель, просто есть некоторые особенности, некоторые отличия. Вот это одна единственная ревизия, которая на данный момент, насколько я знаю, других я в продаже не видел, единственная ревизия, которая сейчас продается. Именно эта модель, именно эта ревизия сейчас у нас в продаже. Опять же, насколько я знаю, МТК-6589 сняли полностью с производства, и уже нигде вы их не найдете. Либо это отбраковка какая-то уже рефрешная будет, либо это уже какие-то остатки старые. Вот такой вот Land Rover A9+, на базе МТК-6582. Это новая ревизия, поэтому всем, кому интересно, модель отличная, в наличии всегда их предостаточно. Ждем ваших заказов. Спасибо за внимание, всего доброго.